давайте хоть это поражите. Обманщика посадите в кабину. В конце ноября 2023 года наш коллектив историков железных дорог отмечал свой 6-й день рождения. По сложившейся традиции мы посетили одно из мест, где усилиями энтузиастов сохраняется железнодорожная история. В этот раз выбор пал на интерактивный музей паровоза Павла Чилина в поселке Ульянка Ленинградской области. Данный музей – это самый известный проект так называемого движения «Дачжелдора» – дачных железных дорог. Его создатель, профессиональный изготовитель органов Павел Константинович Чилин, как и все мы, преданный любитель железных дорог. На сегодняшний день ему одному удалось воплотить мечту многих любителей – иметь свой собственный действующий паровоз. Паровоз мал да удал – 1.5 метра в высоту и 3 метра в длину. В паровой машине 10 лошадиных сил. Она может тянуть состав весом до 30 тонн. Максимальное давление пара в котле 12 атмосфер, рабочее 10. Обычно паровоз движется со скоростью 15 км в час, хотя по прямому участку может ехать и вдвое быстрее. Колея этой замечательной железной дороги 300 мм. Фактически это не стандартная полевая узкоколейка, а ее модель в масштабе 1 к 2. Дорога открыта для всех желающих, и прокатиться на паровозе может каждый. Неудивительно, что это место стало и своеобразным клубом железнодорожных фанатов. Вот и в этот раз мы встретили одновременно машиниста Вадима Гукова, паровозного мастера Сергея Терехова и историка железных дорог Леонида Макарова. Леониду мы адресовали свой извечный вопрос, ради чего все это делается и кому это нужно. Нужно это для сохранения памяти, наверное, для отдельных дурачков, может быть, каких-то ненормальных людей, которые влюблены в какую-то собственную историю, в историю страны. Наверное, нужно. Для чего мы сохраняем архитектуру? Для чего мы сохраняем пароходы? Для чего мы сохраняем паровозы? Для чего мы сохраняем старые станки? Смешно. Наверное, смешно. А с другой стороны, очень важно. Прямого ответа на этот вопрос нет. Все-таки, наверное, не зря. Наверное, не зря. Наверное, у кого-то что-то останется. Посмотрите на детей, которые так машут веселому паровозику. Посмотрите на женщин, которые улыбаются. Посмотрите на мужиков, которые пытаются своих детей, которые ничего не понимают в этом деле, запустить в паровозную будку. Ну, кому-то это что-то дает, кому-то это нравится. Для чего? Да непонятно для чего. Просто нравится людям. Мы едем, все, привет. Яблоко, дыма, по своему устройству паровоз похож на большой самовар, только на колесиках. Котел нужно сначала заправить водой, а потом развести огонь в топке. В нашем случае на доведение холодного паровозика до рабочего состояния требуется порядка 4 часов. Чем и занимались с утра хозяева «Дачжелдора».
а мы уже к обеду приехали на все готовое. Но и это еще не все. Воду в котел надо постоянно добавлять, а огонь в топке поддерживать. Топка данного паровоза устроена таким образом, что может работать на угле, торфе, мазуте, палетах, но предпочтительнее и удобнее использовать дрова. Сегодня ответственный за растопку Сергей Терехов. Небольшой колун и рельсовая колея вместо козлов. Вот и все, что надо, чтобы превратить обрезки старых досок, оставшихся от строительства, в полноценные дрова, пригодные для отопления паровоза. Их размеры ограничены длиной топки и диаметром шуровочного отверстия. Но Сергей свое дело знает. Поездка удалась. Мы еще вернемся и снимем полноценный сюжет о дороге Павла Чилина, потому что сегодня мы позволили себе просто порадоваться и отдохнуть. И да простит нас зритель за перехлестывающие через край эмоции. Мы не смогли совладать с нашим внутренним ребенком. Настроение сумасшедшее. Вот это чудо вернуло нас в детство. Наверное, ради этого мы все это и затеваем. Полный восторг. Это щенячий просто визг. Поэтому вы не обращайте внимания на мои какие-то инсинуации. Мне просто здесь хорошо. Просто вот душа отдыхает, радуется при виде вот этого всего великолепия. А что вселяет нам как бы какую-то уверенность в нашей дальнейшей деятельности, рисует какие-то перспективы. Сейчас я не буду их обрисовывать, но они уже есть. Я думаю, что мы пойдем дальше теми же темпами, по крайней мере, не меньше. Наш маленький творческий коллектив товарищества историков российских железных дорог поздравляет вас с нашим 6-летием. Можно сразу с наступающим Новым годом. Потому что он уже скоро. Да, дай бог всем удачи, новых эмоций. И главное, не быть скучными в этой жизни. Всего вам хорошего, друзья. Новых находок и творческих успехов. Радости и оптимизма. Да. А ты чего, молодой? Антон? Я жду, пока старше стану.